Вот таким было это утро, друзья. Ну, разумеется, конечно же, самая приятная часть нашей программы для наших телезрителей. Мы готовы подвести итоги фотомарафона. Но сейчас давайте еще раз полистаем фотографии, которые успели вы отправить в наши социальные странички в соцсети. Вот они, папы. Папы и с татуировками, с детьми, с тортами. Лучше с детьми. Сегодня во многих странах отмечается День отца. И нас, конечно, очень порадовали вот такие теплые взаимоотношения детей и отцов. И такие семейные, по-настоящему открытые, искренние фотографии вы отправляли. Но есть победитель телемарафона, автор Степан Пашкевич из Полоцка. Вот прислал эту фотографию, как написано на майке. Вот так выглядит самый лучший папа. И в трое мире сыновей. Там еще, в мире. Конечно, ну и в Беларуси, наверное, точно. В Полоцке так точно, друзья. Степан сегодня получает сувенир от нашей программы. Наши редакторы с вами свяжутся и расскажут, где и как все получить.